Скажите, а почем у вас камбала? А икра? Вот это рыба! Приехал Томас из Сталина, приехал с девушкой Моникой, приехал в поезде, в нем стояла Халадрига. Дальше следуя логика, Томусу надо к Моника, но она его не пустила, ела рыбу. Ела рыбу, старательно, увлекательно. Ела рыбу, внимательно, обаятельно. Может, ей пора отвлечься, может, не до сна, может, чтобы стало легче выпить, но она ела рыбу. Ну а если у Моника есть потребность солененька, Томас в ужасе встал и телом двигал. И вопрос он поставил так: далеко ли до Таллина? Но в ответ Моника молчала, ела рыбу. Ела рыбу, ела рыбу, старательно, увлекательно. Ела рыбу, внимательно, обаятельно. Может, ей пора отвлечься, может, не до сна, может, чтобы стало легче выпить, но она ела рыбу. Какая рыба! Томас, это просто фантастика, говорила Моника. В фильме вроде ужастика. Халадрига, Рига. Ела рыбу, Халадрига, Рига. Ела рыбу, ела рыбу. Ела рыбу, ела рыбу, ела рыбу. Ела, 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 рыбу, бу-бу. Вот такая вот песенка.